Привет, мой дорогой друг, и сегодня я покажу тебе, как сделать вот такие вот пластиковые контейнеры для метизов из обычных пластиковых бутылок. Не забудь написать свой комментарий, а также подписаться на канал, если не подписан. Ну а мы погнали. Первоочередное, что нам нужно сделать, это подобрать брусок по размерам вашей емкости. К примеру, вот этот контейнер был сделан из более крупной бутылки, двухлитровой. Длина у нас 13,5, но длина была также рандомно подобрана. 4,5 толщина и ширина у нас чуть больше 7. Первое, что нужно сделать, это, естественно, померив бутылку, чуть больше отрезать. Вот такого плана. И загнать уже сюда брусок. Далее, что нам нужно? Нам нужно подвернуть низ вот таким вот образом. А затем и бока вот таким вот образом. Все вот так вот подвернуть. Далее берем степлер. Желательно делать это вот действительно сразу все, чтобы потом не выколупывать из разных слоев скобки. Берем степлер и прибиваем. Далее. Далее у нас все готово. Берем либо фен, либо горелку, но фен более технологичный. И начинаем греть. Главное не перегреть. Даем остыть. И уже после всего этого берем нож и аккуратно вот так вот по борту начинаем подрезать. Почему именно по борту? Потому что вот эти края будут цепляться за дерево. И даже если вы вырежете вот так все прям сверху по краю, вы ее не вынете. Брусочек, я имею в виду. Если делать это не спеша, то ничего страшного. Руки не порежете. Вынимаем первую часть. Есть. Нужно вынуть скобки. И теперь мы можем немного, так сказать, расщепить вот этот сверток и выдавить брусок. Готово. Сверток возвращается в свое положение. Его можно закрепить либо бумажным степлером. Я же его закреплю с помощью обычного клея. Просто пару капелек. Зажмем, оставим на 5 минут. Ну что, еще один контейнер готов. Куда можно пересыпать метизы. Понятное дело, что он по бокам как бы довольно жиденький, но тем не менее ребра у него есть и поставить на полку для хранения вполне себе пригодно и выглядит вполне не сильно парфозно, допустим, как те же канистры обрезанные. Так что, кому понравилась идея, прошу написать комментарий. Идея не моя, нашел также в интернете, но поставьте лайк и напишите ваш комментарий. Спасибо и пока!